воскресенье в Самарской области ожидается ясная и малооблачная погода. Местами пройдут кратковременные дожди. Температура днем плюс 24, плюс 28 градусов, ночью 16-18 выше 0. Ветер южного, восточного направления, скорость 1,3 метра в секунду. В Сызрани ясно, днем плюс 27, ночью плюс 19 градусов, южный ветер 2 метра в секунду. В Тольятти ясное небо, температура воздуха днем плюс 25, ночью 18 градусов выше 0, ветер юго-восточный 1 метр в секунду. В Самаре безоблачное небо, днем плюс 26 градусов, ночью плюс 16, ветер восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 29%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.